Лекции, экзамены, гуманитарные предметы, платное обучение, безработица, пособия, разбитые мечты. Это не наше будущее. У нас все иначе. Можно создать приложение, завести блог или интернет-магазин. А мы с друзьями, мы продвигаем вечеринки. Приводи друзей, зови всех подруг, если они такие же красивые. Если ты диджей, тебе нужен только ноут, немного таланта и один трек. Это трек, билет куда угодно. Вот тот парень, видишь того симпатягу? Он диджей. Я диджей. Пока правда в малом зале. А поставишь Бейонсе? Конечно, нет. Я читал про парня, который придумал Инстаграм. Он его продал за 400 лямов, а было ему всего 26. Вы хотите реально подняться или так и сдохнуть в долине? Пора отсюда сваливать. Что-то вечеринка сегодня кислая. То есть что, хочешь, чтобы я прокачал? Ну, попробуй. Задача диджея — отрубить мозг и включить тело. Я начинаю со 125 ударов в минуту. Зацепишь их пульс, и можно увеличивать темп. Трек за треком. 128 ударов в минуту. Вот волшебное число. Ты неплохо отыграл. Знаешь, как завести толпу. Сыграй что-нибудь. Это лучше промотать. Будете готовы зарабатывать реально? Зовите меня. Вы свихнулись, если решили, что я буду на него работать. Это наше будущее. Нет. Серьезно, Коул, думаешь, мы прорвемся? Джеймс считает, что у тебя талант. У каждого успешного артиста наступает момент, когда он перестает подражать и находит собственный стиль. У звуков есть душа. Создавай с нуля. Ищи новые. Оторвись от ноутбука и послушай, чем дышит реальный мир. Он не нужен, все сделаем сами. Так не бывает. Мы не станем миллионерами. Этого просто не будет. А как же наша дружба? Ты мне теперь про дружбу? Каждый в ответе только за себя, ясно? Мечта складывается из всего, что сделало тебя тобой. Трудности, дружба и много любви. Вот твой ключ от всех дверей. Это мое будущее. Это будет лучше, лучше, лучше туса всей твоей жизни. Привет. Я Кол Картер. 128 ударов сердца в минуту.